боксинга, нужно поиграть по-нормальному. Поэтому начинаем. Без лишних слов, да. Так, второй по счету выпуск. Вот так вот. В прошлом выпуске нам не сильно повезло, ну как не сильно, с артефактами, естественно. А так нам, естественно, повезло. Это по умолчанию, что ли. Так. Боеприпасы. Давайте. На! А, их двое? Даже так? Наконец-то достойный противник! Ладно, нет, простите, не буду так дерзить. А, да! Ты... А, их много, да. Ура! А, еще и эти. А можно, пожалуйста, мне как-то, ну... Сначала одни, да потом другие, пожалуйста. Ой, спасибо, люстра. Никогда не подумал бы, что буду благодарить люстру за то, что она убила врагов. А! Ай! Если что, в первом выпуске я понял смысл каламбура дебильвер. Просто об этом нормально не сказал. Вот так вот. Я не глупый. И кольца, ошеломляющее время перезарядки. Я знаю, что это за штука! У него действительно очень быстрая перезарядка. Так. Не знал, кстати, сначала об этом. Не знаю, когда-нибудь прочитаю. Все-таки хотите вы поиграть в тот странный рогалик с доктором Ливси, о котором я говорил в прошлом ролике? Мне просто тупо интересно ваше мнение. Не знаю, как это. По крайней мере, я точно не знаю об этом. Так. Спасибо. Что заперли меня в одной комнате с неадекватами. Или наоборот. Щит Девы. Что он делает? Ладно, я потом прочитаю, когда куплю. Если он защищает от атак, то это будет самое очевидное, ну и самое крутое, что я только видел. Так. Ой, ладно. А зачем мне вообще на ту сторону? Ладно. Блин, здоровья мало, так нормально. Вот еще один плюс игры без вибрации. Чем не вариант и чем не плюс? Ура!
Все равно я его редко использую. Цепная реакция. Мне это не надо. Здесь какой-то артефакт. Если опять дружба с имитаторами, ну, мне все равно уже не нужен. Блокирую и заряжаю. Ну-ка. Использую для защиты от пуль. Этот старый побитый щит знал лучшие времена, но еще может послужить. Полезное дополнение к арсеналу любого оружейца при условии умеренного использования. Щиты хороши, если они не развивают пассивность. Тяжело. Так. Ну, попробуем его. Прямо в следующей комнате или в босс-файте. Босс-файте. Ну, у нас в целом есть нормальное оружие, но более-менее. Босс ненормально легкий. Ну как? Ненормально легкий. Ага. Придумаешь еще. Сейчас застрелим этого придурка. Да, урон небольшой, но вы посмотрите на скорострельность. Не скорострельность обыкновенная, кстати. А скорость перезарядки просто. Вообще, монстр самый настоящий. Вот это прям тот самый пример хороший, в котором, который показывает, что не все оружия с маленьким уроном хороши или плохи. Он хороший. Он в целом хороший. Используем щит, допустим. Блокирует одну атаку. Чё это сейчас было, почему я... Дожили... Умерли на боссе первого зала. Ладно. Кстати, не записалось, но я смог получить ачивку зачистки первого зала 50 раз. Просто напоминаю. Ну так, невзначай. Профессионал со стажем 40 часов умер на первом зале. Это глупый телефон. Хватит пиликать. Так, все предельно серьезно. Так, гранатомет. С учетом того, что больше ничего нет, как-то грустно, что ли. Губку. Спасибо. А я, кстати, тоже умею перекаты делать. Я крутой. Это очень странно сейчас прозвучало. Ладно. Правда, в батутном центре только умею. Но... Блин, пол жесткий. Почему, когда ты перекатываешься, не получаешь урон? Ну, это больно. По крайней мере, неприятно. Так. Что же мне перезарядит? Какой сложный выбор? Наверное, обрез.
Не зря перезарядил. Две ходящие мусорки. Вот когда же вы помрете? Так, ключей у меня нет. Можно его, кстати, разломать? Я не хочу как-то его... Ура, хлам, лучший предмет. Вообще. Круто же. Его многие недооценивают, на самом деле он очень полезен. Да, это правда. Ну, я же его использую. Специально даже сундуки ломаю. Стоит задуматься. Так. Сундук еще один. Кстати, с учетом того, что сейчас должен быть сундук, по идее, с оружием. Так как он синий, в целом можно его открыть. О, я недавно его, кстати, крушитель кирпичей. Неправильная мортира. Я недавно его, кстати, открыл только. Угу, ну так, вот так. Давайте протестируем. А, здесь негде. Почему эта штука больше, чем сам персонаж? А, ладно, хорошая штука, ладно. Зря гнал. Она еще долго летает по комнате. Это отсылка на Марио, по идее, да? Я еще знаю, что есть оружие Тетраминатор, у которого синергия как раз с этим. С этой пушкой. Этаж закончился, поэтому на босса идем. Пожалуйста, хоть бы какой-нибудь адекватный. Но я уже понял, что мне не повезло. Спасибо. Так, что там, кстати, с этим? С молотом. А, он вообще не призарядился. Ну, круто. Скорострельность низковата, но зато пронизывает насквозь и еще по комнате летает, мешая нормально мансить от пуль. Круто! Нет, если говорить серьезно, в целом оружие даже выглядит хорошо и как идея тоже хорошо. Так, можно даже уже просто на рандом стрелять. Авось попадет. Не повезет, ну не повезло. В следующий-то раз попадет, да. Все равно еще много попыток попасть. Вот, у меня еще 162 патрона, нормально. Не так уж и много урона, кстати, получили. О, нет, вторая фаза, он даже такой страшный. Ладно, нет, прости. Зря нагнал, зря нагнал. Все. А, я ему зубы выбил. Ха-ха. Что это за штука? Защитный плюш. Подушка-убивашка. А я вообще не понимаю, что это дает. Давайте посмотрим. Допустим. Я забыл, ты не забайдинка файзек. Я могу все посмотреть с легкостью. Что эта штука дает? Дает временную неуязвимость. Это стреляющая звезда, которая была набальзамирована и обита мягким пухом. Прикрепите несколько таких к своему телу и обезопасьте себя от повреждений. Это как, типа, это броня из подушек? Как вариант. Протестируем. Надеюсь, немного зарядов требует. Ну, вернее, немного урона. Короче, недолго перезаряжается. Бесит уже. Так. Погнали. Может, используем... Ладно, недорогой револьвер. Так, тестируем. Я бессмертный. И все. А я долго буду бессмертным? Видимо, долго. Ну ладно. Имеет смысл. Сколько урона нужно нанести?
Я понял, не единицы, а тысячи. За простую неуязвимость. Даже как-то обидно. А насколько это уязвимость, кстати, на несколько секунд? Я представил. Ради нескольких секунд зачистить 3 этажа вместе с боссами. Ради этих 5 секунд. Звучит как что-то очень полезное. Да-да-да-да-да-да. Звучит. Конечно. Я ради какой-то синергии просто взял. Что бы эта синергия ни делала, она что-нибудь-то будет делать. А я заставлю. Я заставлю. Так. Нормально. А-а-а. Нормально. А, ему хватит. Ему хватит этих черепашек. Ха-ха, смешно забагался. А как он не сдох? Это очень комично. Я не понимаю, типа... Почему это оружие вызывает столько смеха? Не знаю, это у меня одного так. Это... Пожалуйста, это... Какие? Это про... Не знаю, почему это оружие... Ой, этот артефакт столь... Часто встречается. Но, блин, почти двойной перекат. Это жимба. Нет? О, кстати, звездочка почти больше, чем наполовину зарядилась. Хотя это примерно полэтажа, да? Ну, посмотрите еще потом. Не знаю, я навряд ли буду это использовать. Ладно, простите. Переоценил. С другой стороны, можно быстро передвигаться. Спасите меня. Хотя нет, в целом, звездочка не так уж и прямо, чтобы долго перезаряжаться, но обидно, что долго. Ну, как-то странно. Типа, на босс-файте, конечно же, можно использовать, но... Блин, странно. А я сейчас сдохну в обычной комнате, да, не дойдя даже до босса. Что со мной не так, вот, правда? Какая-то никакущая попытка, как будто бы. Не понимаю, в чем же проблема? Так, и в моем любимом стиле получается... Пока?